ребята, сардиния за окном, а Лука достает из чемодана пекорино сардо называется. Это сыр Сардинии известный, овечий. Он очень вкусный, он прямо вот самый-самый домашний. Вот он узнал, что у меня день рождения, и говорит, ну маленький кусочек я тебе могу дать. Вот, видите, маленький кусочек. Лука. Molto generoso, sai, molto generoso. Questo è proprio queso del pastore. Это сыр от пастуха. Es pastore que tiene ovejas, sí? Sí, tiene ovejas y fa el queso. Вот. Пастух, который пасет овец и делает сыр. Ребята, представляете, он достает, по-моему, нож из широких штанин. Нет, это телефон, я думала, он достает нож. Это он мне показывает сыр. Я думаю, что сейчас он каким-то образом отрежет мне кусочек. А я вам потом расскажу. Пока.